Итак, здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Кир Ященко, и вы присутствуете на курсе «Организация бизнес-конференций». И сегодня мы поговорим о такой актуальной для всех теме, как привлечение денег в проект. Привлечение денег в вашу конференцию посредством спонсоров, клиентов, меценатов и так далее. Итак, начнем. Самый важный навык, который мы можем встроить в свою жизнь, это навык продаж. Это лучшее, что можно вообще приобрести в качестве навыка. Почему? Потому что продаем мы всегда и везде. Мы продаем девушке идею пойти с нами в кино, мы продаем идею нашему сотруднику поработать на нас больше за меньшие деньги, мы продаем везде, мы продаем дома, в транспорте, на работе, везде, когда мы контактируем с людьми, мы продаем идеи. Другое дело, что мы не всегда это делаем за деньги, но тем не менее продаем всегда и везде, и от этого, в частности, зависит наш успех. Деньги нам платят именно за продажу. То есть, конечно, нужно делать качественный продукт, но только для того, чтобы у нас покупали еще раз. Существует огромное количество людей, которые делают суперкачественный товар, просто офигительные вещи, но, к сожалению, они не могут его продать. А значит, все это бесполезно. Сколько бы гениальным вы не были, если вы не можете продать свой товар, к сожалению, ваш бизнес будет рушиться, и вы вынуждены будете расстаться с этим видом деятельности. Хотя вы его наверняка очень любите, но, к сожалению, то, что не продаешь, оно не продается. Вот. Существует иллюзия, что если ты сделаешь что-то хорошо, его обязательно купят. Нифига. Если это не продавать, оно не будет продаваться. Все очень просто, к сожалению. Итак, схема массовой продажи. Например, вы пишете коммерческое предложение или выступаете на публике. Схема, в принципе, одна. Люди, они, в принципе, одинаковые. И составляется это все по одинаковой схеме. Первое, что мы делаем, мы усиливаем боль клиента. То есть мы говорим о его проблеме. Например, если вы продаете конференцию, касающуюся управленческих решений, управления персоналом и так далее, вы говорите, что вам наверняка надоело, что ваши сотрудники приходят в 5 утра, нет, не так, в 17 утра, а уходят в 18. Вас достало, что они берут на себя обязательства и не выполняют их. Вы описываете проблему клиента очень ярко, очень эмоционально, и пытаетесь продавить в нем боль, чтобы он почувствовал, что эта проблема для него актуальна. И потом вы усиливаете боль. Вы говорите, что если вы ничего не поменяете, если вы не примете решение что-то изменить, то ваша компания, например, да, ваша компания превратится в балаган, ваши сотрудники будут открывать дверь в офис с ноги, вообще вас не слушаться, ваш бизнес пойдет ко дну и так далее. То есть вы четко описываете проблему и продавливаете человека вниз по маятнику эмоций, чтобы он резко потом взлетел вверх, купив у вас продукт. Или чтобы он чувствовал себя очень плохо, не купив у вас продукт. Затем вы даете надежду. Вы говорите, что действительно есть люди, которые решили эту проблему. И в том числе среди моих клиентов тоже есть такие люди. И у нас получается это делать. Вам нужна социальная причина, по которой вы проводите эту конференцию. Например, нашей компании нам надоело, что люди так страдают. Внешняя социальная причина, то есть какая-то мессианская, да, и поэтому мы решили выручать молодые бизнесы из такой глубокой ямы. То есть нужна какая-то мессианская часть, о которой вы говорите. Дальше идут отзывы, живые, конкретные, лучшие видео, как можно больше описания клиентов, кто они, откуда, как зовут их папу, маму, родителей и дочерей, детей и так далее. Как можно больше от них, желательно видео, отзывы, ваши регалии, кто вы такой, откуда, ваше УТП, уникальное торговое предложение и гарантии. Для людей, которые все еще вам не доверяют, нужны обязательно гарантии какие-то, что либо вы вернете им деньги, либо действительно существуют такие люди, вот примеры, и все равно они решают свои проблемы так или иначе. То есть
нужны какие-то ответственные вещи. Дедлайн. Обязательно используйте ограничения во времени. Когда вам нужно людей стимулировать к покупкам, говорите, что по данной цене только 3 дня. Тогда человек вынужден выбирать прямо сейчас. Если он уйдет и скажет «я подумаю», скорее всего, он уже не вернется. Поэтому дедлайном, давлением, временем вы человека стимулируете к покупке именно сейчас вашей конференции, прийти именно на эту конференцию, а не на следующую. Следующей не будет, она будет уже не такая, вы пропустите полгода и так далее. Вы обязательно говорите, что вот в каждой строчке должно звучать давление временем. В каждом, после каждого абзаца обязательно упоминайте это. Либо сделайте прямо обратный отчет, до конференции осталось, отлично работает для того, чтобы люди приходили. И призыв к действию. Простой, понятный. Закажите билет сейчас, нажмите на эту кнопку, приходите такого-то числа в такое-то место. Обязательно четкий, понятный, без замороченных абзацев, дата, время, место. Все, приходите. Четкий призыв к действию. Без этого работает сильно хуже, как и без дедлайна. Дальше. Кому мы продаем? Всегда существуют среди клиентов, спонсоров, заказчиков, кого угодно, четыре типа людей. Финансисты, имиджевики, безопасники и комфортники. Финансистам важна выгода. Либо прибыль, которую они получат с вашего мероприятия, разместив там свой логотип, сколько клиентов на него посмотрит, какая-то потенциальная выгода, либо конкретная скидка, либо везде цифры. Везде цифры конкретные. С ними нужно разговаривать на финансовом языке. В идеале вы предлагаете им выгоду, скидку, инвестицию и так далее. Имиджевики. Им важны понты, им важно, чтобы было красиво, статусно и так далее. Это люди, которые покупают как продукцию Apple. Телефон уникальный, как бы, который есть у всех, но уникальный. Больше ни у кого такого нет. Им важно, чтобы вы дали им какой-то статус. У вас, вашими клиентами являются такие известные компании, как... И вы описываете, насколько понтово будет, если вы тоже станете нашим клиентом. Безопасники. Безопасникам важны гарантии, важно, чтобы у вас другие клиенты получали результат, чтобы вас тоже кто-то знал. Им важны такие вещи, чтобы как видеообращение, если вы встроите на сайт свое видеообращение, они уже поймут, что вы реальный человек и действительно организовываете эту конференцию, а не какой-то виртуальный сайт, виртуальное кидалово. Они очень боятся, им нужно просто дать причины, чтобы их страх утих. Комфортники. Комфортникам важно, чтобы ваша конференция была в удобном месте. Говорите о том, что это в центре города, например, если у вас удобное место. Если нет, говорите, что у вас мягкие кресла, что у вас замечательные, прекрасные спикеры, которые просто доставят им массу удовольствия, что они будут счастливы, что используйте те слова, которые эмоционально окрашены комфортно, приятно, ну, счастье в жизни. Happy. Везде. В идеале, если вы пишете продающий текст, нужно использовать все четыре типа восприятия. Вы смешиваете в каждом абзаце слова из всех четырех типов. Это виртуозно. Хотя бы дать вашим менеджерам или самим научиться разговаривать с каждым человеком на его языке. С бизнес-финансистом на финансовым, с менеджевиками на... и так далее. То есть соответствовать потребностям, ну, грубо говоря, потребностям человека. Итак, далее. Что нам нужно вообще для того, чтобы продать? Нам нужна проблема клиента. И проблема, за которую вы не готовы платить. Например, если спонсор вашего мероприятия не заинтересован в увеличении своего пиар или еще чего-то, то есть ему не продать это. Он не готов за это платить. Тестируйте варианты, просите их заплатить небольшую сумму за тестовый семинар, тестовые какие-то маленькие мероприятия, совершенно небольшую сумму, чтобы вы просто понимали, что они готовы за это платить. Тестируйте эти вещи, у них должна быть проблема, которую они должны хотеть решить, как и у клиентов, которые идут к вам на мероприятие. Если у них есть эта проблема, вы ее писали четко в пресс-релизе, и они захотят прийти, послушать и заплатить вам денег. Дальше, база.
У вас должно быть СМИ, медиа, какая-то рассылка, база телефонов, через которые вы можете достучаться до этих людей, у которых есть проблемы. Если у вас нет канала связи с ними, то, разумеется, вы не сможете и продать. И техкарта плюс коммерческое предложение. Тут все очень понятно, да, то есть вы даете определенный скрипт, что вашему сотруднику или себе пишете. Дозваниваюсь до клиента, что говорить, как с возражениями работать и так далее. И коммерческое предложение. То, что вы, собственно, высылаете ему, но уже по требованию, уже чтобы он знал расценку, когда он уже в принципе согласен. До этого, разумеется, работаете с ним лично. И действия. Если вы все это не будете применять, если вы не будете ходить с спонсором лично встречаться и уговаривать их купить, ничего не выйдет. Вы время, потраченное на прослушивание и просмотр данной презентации, потратили зря. Вы, к сожалению, если нет действий после того, как вы это посмотрите, то вы сильно теряете. Вы теряете, собственно, все. Послушать и не применить – это сильно хуже, чем... сильно хуже, чем не слушать. Да, именно не слушать, потому что вы потратили время. Если вы не примените то, что вы сейчас услышали, то вы потратили время зря. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. До встречи в новой серии видеокурса. До новых встреч!